сказали ракетчики и артиллеристы Анапского гарнизона. В Анапе же почти четверть века дислоцируется гвардейский и артиллерийский полк, а также отдельная береговая ракетно-артиллерийская бригада. Военнослужащим вручили почетные грамоты и благодарности главы и муниципального совета, а также зачитали приветственный адрес от главы курорта Юрия Полякова. Артиллеристы внесли колоссальный вклад в победе русского оружия. Увенчали себя немеркнущей славой на полях сражений. Сквозь века пронесли традиции ратной доблести и любви к родине. От всей души благодарю всех, кто связал свою жизнь с этим родом войск, кто личным примером повышает престиж службы в вооруженных силах России. Артиллерия – прославленный и древнейший род войск, поэтому во все времена, во все вооруженные конфликты, во все войны без артиллерии никакие операции не были проведены. Поэтому от всей души, от себя лично и от коллектива полка поздравляю вас с 74-й годовщиной образования ракетных войск артиллерии. Мирного неба над головой. Главное – счастье и здоровье. Специальная награда Александру Зацепину, автору гимна 1141-го гвардейского артполка, который прозвучал впервые в этом году. Звучит тревога, и что нам нервы? Нам Родины свобода дорога. Первый славный 41-й небесной кары. В память о павших во всех сражениях, больших и малых, склонили знамена к вечному огню, направили эскорт для возложения цветочной корзины. Особая благодарность тем, чьи сыновья отдали жизнь, выполнив свой воинский долг. И военным, и гражданским главное пожелание, чтобы небо было мирным. Александр Ребека, Роман Душевский, Анапа регион.